В стране накануне вновь произошло землетрясение силой в 3,5 балла в эпицентре. Как сообщили в Институте сейсмологии, очаг располагался на территории Кыргызстана. Интенсивность землетрясения в населенных пунктах составила в селах Кашкасу, Таш-Дебе 3 балла, а в Бишкеке – селах Күнту, Арчалы, Арашан, Койташ, Байтик, Таш-Булак, Алмалу – 2,5 балла. Многим гражданам на телефон пришло оповещение о подземных толчках. Между тем, сегодня тоже произошло землетрясение. Его очаг располагался в 15 километрах к юго-западу от села Нура, в 18 километрах к юго-западу от села Икизяк, в 137 километрах к юго-востоку от города Ош. Толчки ощущались в 6 утра. В селах Нура и Икизяк интенсивность землетрясения составила 3 балла, в селах Иркиштам и Гуксу – 2,5 балла.